А я и так для него подходит, вот так, и скрылся вот так вот, положил руки на грудь, говорит, ну да, только, ну а зачем же ты меня вызывал, чтобы я сюда приезжал? Мне что, 30 лет я тут, и у меня так очки, на меня вот, вот такие, и я говорю, психоны, че что дурни, а он вот так, может он и не хотел, как то так, бах, и мне очки летели, упали на землю, я еще понимаю. И я говорю, ну и конечно я у нервов наговорил, там, что ты хочешь ему наговорил, и казал, это да, это его психи, и он меня уже давил, постоянно провокует, чтобы на вот эти разговоры. А потом уже пошло до того, что он моего сына вызывает один на один. Он понимает, он тоже здоровый хлопец. Для того, чтобы я не поехал тогда с моим сыном, где я назначил встречу, подбивил бы его убыл бы там. Он с одного удара можно убыть и конец. И вот, и полы я уже узнаю, что не носит, поставил, не вызывает на обид, то я уже и звонил, и да, едет, конечно, и лаял его, и что не казал, что сволочи. Я такой, там, и то, и все. Ну, бачите на мене, я пішов в гараж, щоб шлак соединити, кому ти поставив. І потеряв сознання, в мене серце. А от пан Митрогайло хоч подивився, сказав, де Гарюша там? Ну ми ж тобі предлагали, давай пополам. А потім уже ми взагалі за це забули, за цю коробку. Ми за його забули і взагалі вже не хотіли з ним ніяких дивами. Ну ми ж не знали, що він ходив до нас і записував все на телефон. И затеял вот эту всю историю. И пишут, что мы его вымогаем гроши на ремонт, чтобы за рахунок его разбогатить. Вы понимаете, что за людина такая? Вот его надо, а что у него человека прерывало? Уже после как его побили за то, что он так ждал. Вот его мы зараз будем в встрече из записать. Бо он еще не одну людину вот так накрутил. И, пожалуй, бачите, что раскрутили. Что мы бандиты. А я честно вам скажу, я свою жизнь прожил бы не одна. Одна полоса. Будь вы дивны пожили. И мальчик мой, хворый, инвалид, я его чтоб ударил, он бы его убил. Вот я вам скажу от сердца, что не было даже в мыслях, кого шкорнуть, чи обдурить, чи кого убить, я пам'ятаю. Убить я его, хорошего убить, я убил.